Портрет Петрункевича, написанный за год до смерти Г., самый таинственный и труднообъяснимый среди его портретов. В портретном творчестве Брюлова Г., считавший ложным разделение живописи на виды и жанры, выделял портреты, в которых природа и человек играют равную роль. Это равноправие природы и человека осуществилось в портрете Петрункевича. Только по недоразумению его считают пленэрным. Освещение и цвет, сгущенный синий, зеленый, желтый, здесь совершенно условны. Фон, аллея парка с каскадом зелени, самодостаточен, живет своей таинственной жизнью. Фигура девушки, помещенная между комнатой полутемного дома и освещенным лучами заходящего солнца садом, двоится в отражениях стекол окна. Разные миры присутствуют, прикасаясь и перетекая один в другой. Мир природы, мир дома, мир человека, мир отражений. Атмосфера сакральная. Такого портрета от Г. никто не ждал. Им восхищался Репин. Портрет его девушки у окна имеет большой художественный взмах, новизну и силу нестарческую, молодую. Валентин Серов был инициатором его приобретения в Третьяковскую галерею. Игорь Грабарь считал портрет Петрункевич лучшим портретом современного раздела на портретной выставке в Таврическом дворце в 1905 году. Отсюда близок был путь к портретным образам Борисова, Мусатова и Врубеля. В том же 1893 году Г. написал читающего Евангелие. За простым дощатым столом сидит мужчина, обхватив голову руками. Он весь ушел в чтение. На столе раскрытое Евангелие и горящая свеча. Истина добывается тяжелым трудом, как хлеб, в сосредоточенной работе мысли. Не стоит забывать, что Г. жил и работал в эпоху литературоцентрического сознания, в эпоху особого преклонения перед словом, книгой. Для понимания его портретов важно знать, что Толстой в момент работы художника писал трактат «В чем моя вера?». А Петрункевич читает Герцена. Окно и книга здесь зарифмованы достаточно ненавязчиво. Именно книга выводит юность в большой мир за окном.